Всем привет! Давайте разберем еще одну возможность ZBrush. Что можно делать с плоскостью, как можно ее удалять. Откроем план 3D. Установим. Опять же, Edit Make Polymesh. Давайте посмотрим полигоны. Вот такие. Отключим. Давайте зайдем в геометрии, добавим дивайдов. Теперь давайте нанесем маску. Вот такую вот. Давайте нажмем Ctrl-I, инвертируем маску. Теперь давайте зайдем вот в эту функцию Visibility. И нажмем Hide PT вот эту. Вот такая у нас удалилась часть плоскости. Ну, что дальше делаем? Давайте зайдем опять в геометрии. Нажмем Modify Topology. Не, сначала удалим наши девайды полностью. Del Lower. И нажмем Modify Topology. И нажмем Delhigen. Удалим вот эту маску нашу. Все. Вот такая фишка у нас получилась. Теперь можно заполнить вот эту пустоту. Нажмем Close Holes. Вот эту вот клавишу. И вот так она закрывает пустоту. Простенькая фишка. Прикольная. Все, всем пока.